Зима. Танцует снежный вальс в кружении томном и безбрежном. И хлопья падают, ложась на ель вуалью белоснежной. Под снежным пологом любви меня согреешь поцелуем. От лунной ночи до зари в хрустальном вальсе потанцуем. И унесется грусть, тоска под шалью снежно-кружевною. И лунно-звездный снегопад на душу спустится любовью. Bye.
для вас прозвучало произведение «Снежинки» Александра Цпасмана и «Сюиты для фортепиано с оркестром» в исполнении лауреата всероссийских конкурсов, студентки Волгоградской государственной консерватории имени Серебрякова Марианы Лемешкиной, класс-доцентра кафедры эстрадно-джазовой музыки Андрея Геннадьевича Наумкина и, конечно же, Волгоградского академического симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Аниханов. За дирижерским пультом Игорь Демченко. Добрый вечер, дорогие друзья! Волгоградская филармония рада приветствовать вас на концертной программе «Огни бродвейских улиц». Бродвей. И сразу же возникают ассоциации. Мерцание неоновых огней, головокружительное величие небоскребов, яркие театральные постановки и мюзиклы. Один из самых знаменитых театров мира – Метрополитен-опера. Сегодня, в преддверии праздника Дня всех влюбленных, для вас прозвучат самые известные мелодии из опер, оперет и, конечно же, мюзиклов, которые вот уже два века не сходят с афиш театров всего мира. Мы перенесемся с вами в атмосферу роскоши и блеска. И вместе с тем услышим феерические мелодии грандиозных шоу, покоривших сердца миллионов людей. Ну а помогут нам в этом солисты Волгоградской филармонии и Волгоградский академический симфонический оркестр. Музыка Сергея Баневича, слова Татьяны Калининой, ария Герды из оперы «История Кая и Герды» исполняет солистка Волгоградской филармонии Ирина Большакова. Oh,
Поскольку наш концерт посвящен Дню всех влюбленных, а любовь, как известно, рождает музыку, вы услышите немало прекрасных песен об этом неземном чувстве. Думаю, каждому знакома красивая история любви между девушкой-аристократкой и таинственным артистом цирка, выступающим под псевдонимом «Мистер Икс». Почти сказочная история любви, украшенная великолепной музыкой венгерского композитора Имры Кальмана. Звучит ария мистера Икс из оперетты Имры Кальмана «Принцесса цирка». Поет солист Волгоградской филармонии, солист театра «Царицынская опера» Максим Орел. Боль свою задаю.
Жак Оффенбах, баркаролла из оперы «Сказки Гофмана», исполняют солистки Волгоградской филармонии Ирина Большакова и Наталья Пирогова. Когда он берет меня на руки, когда тихо шепчет мне, все вокруг предстает в розовом свете. Знаменитая песня «Жизнь в розовом цвете» остается одной из визитных карточек величайшей француженки-певицы Эдит Пиаф. Многие предрекали песне провал, но никто и предположить не мог, что легкая романтическая композиция обретет мировую популярность. Марсель Луиджи, Эдит Пиаф, «Жизнь в розовом цвете». Поет солистка Волгоградской филармонии Стася Фатеева.
В исполнении оркестра прозвучит попурри Юрия Якушева на тему из мюзикла Фрэнсиса Лея «Моя прекрасная леди». Thank you.
Продолжает концерт «Лунная река» Генри Манчини и Джонни Мерсера из кинофильма «Завтрак у Тиффани». После нескольких предпремьерных показов мюзикл по данной кинокартине был отменен, так и не дожив до премьеры. Но мы не могли не включить столь романтичную композицию в нашу программу. В сопровождении оркестра исполняет солистка Волгоградской филармонии Алевтина Егорова. Жоакина Россини, дуэт кошек.
исполняют солистки Волгоградской филармонии, солистки театра «Царицынская опера» Елена Плешакова и Наталья Пирогова. Слагают легенды, снимают фильмы, пишут стихи и песни. Многие пытаются разгадать ее феномен, но любовь не нужно понимать, ее нужно чувствовать. Любовь, как роза красная, цветет в моем саду. Любовь моя, как песнь, с которой в путь иду. Сильнее красоты твоей моя любовь одна. Она с тобой, пока моря не высохнут до дна. Будь счастлива, моя любовь. Прощай и не грусти. Вернусь к тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти. На рассвете сбудешь.
проводить, я будто видишь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды, я подумаю, Боже, все. Не мигая, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда Максим Орел, Ирина Большакова и артисты балета театра «Царицынская опера»
Светлана Яковлева и Сергей Круглов. Продолжают концерт музыкальные произведения из легендарного мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Thank you.
застал. Сладок и прекрасен этот призрачный сон, я во власти искушения воскрес. Час застал. Жду я в час полночный, что неведомый зов из глубины веков раздастся во тьме. Час застал, Сара. Брежу я запретною мечтой. Час застал, Сара. Кружится шар земной, бурном ветре нашей страсти, и померкнет свет дневной, покоришись нашей власти, как простишь из мирской суетой, и взамен обретешь бессмертие, помянуя столько страсти одной. Алексей Шапошников, Елена Плешакова. Сейчас для вас прозвучат композиции из знаменитого мюзикла «Вицайдская история». Сопровождение оркестра поет Ирина Большакова. Thank you.
Волгоградский академический симфонический оркестр. За дирижерским пультом Игорь Демченко. 1964 году на экраны вышел музыкальный фильм французского режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики». Простой и незамысловатый сюжет будто бы вышел из романтической песни. Все сыграно на пике чувств. Повседневность с ее банальными тревогами и радостями превращается в музыку и танец. Режиссеру удалось соединить пышность американского Бродвея с живописью французских импрессионистов, реалистичность героев и театральность действия. Итак, Мишель Легран, Жак Деми, «Я буду ждать тебя» на сцене Алевтина Егорова и артисты балета театра «Царицынская опера» Светлана Яковлева и Сергей Круглов. Je ne pouvais pas.
Обещают рай твои объятия, дай мне надежду, о, мое проклятие, знай, греховных мыслей не слабка слепая власть. Безумец прежде я не знал, что значит страсть, распутной девкой, словно бесом одержим. Цыганка детская мою сгубила жизнь. Жаль, судьбы насмешкою я трясу облачком. На муки адские навеки обречен. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Сон, светлый счастье, сон, моя смиральна. Стон, грешной страсти, стон, моя смиральна. Он сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбило сердце белокурой влёный лиц. Святая Дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретной не дано мне превозмочь. Стой, не покидай меня, безумная мечта. Душу дьяволу продам за ночь с тобой. Алексей Шапошников. Мы продолжаем нашу программу. Джон Кантер, Фред Эбб, «Кабаре» из одноименного мюзикла. Поет Елена Плешакова. Thank you.
Отовсюду. Наводит страх он на толпу. В театре видится повсюду лишь облик в сказочном бреду. Во тьме ужасно устрашает, при свете духа боготворит. И сердце ноты искушают, и в сердце музыка звучит. Бессмертен призрак ты навеки, и лик бессмертен навсегда. Тебе твой голос сам навеял воспламенять людей сердца. Thank you.
Шапошников, Ирина Большакова. Захватим город в плен. And all the jams я приспущу чулки до самых до колен. And all the jams все за мной. Я знаю стильный бар, там джин дают как лед, и от рояля жар. Там вечно шум и гам и драки по ночам. Thank you.
and all that jazz. Я знаю, пианист сейчас затянет блюз. And all that jazz. Все вокруг пускай горит огнем. Я аспирин взяла в аптеке за окном. Вот голова пройдет, и мы о чем споем. And all час я приспущу чулки до самого колен. And all that jazz. Все за мной, я знаю стильный бар. Так же дают, как лед, и от рояля шаг. А вечно шум и гам, и драки по ночам. And all that jazz. Just.
Дорогие друзья, наш концерт подошел к своему завершению. Сегодняшний вечер бродвейской музыки вам подарили солисты Волгоградской филармонии Наталья Пирогова, Алексей Шапошников, Елена Плешакова, Алевтина Егорова, Максим Орел, Ирина Большакова, Стася Фатеева, Дмитрий Дмитренко, артисты балета театра «Царицынская опера» Светлана Яковлева, Сергей Круглов, Арина Кравченко, Карина Хайрулина. Лауреат всероссийских конкурсов Марианна Лемешкина, преподаватель, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Волгоградской консерватории имени Серебрякова Андрей Геннадьевич Наумкин. Ну и, конечно же, Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер Игорь Демченко. Благодарим вас, друзья, за ваши аплодисменты, за такой приятный, теплый вечер. На этом мы прощаемся с вами и говорим до свидания. До новых скорых встреч!